protesters have reportedly stormed and set fire to government offices in Kazakhstan's largest city, Almaty. The airport of Almaty has been apparently taken by the demonstrators, and the country seems to be almost out of the control of the... If the United States is looking at the world map, this is Russia, this is China. And what's this huge space here? This is Kazakhstan. We're monitoring reports of protests in Kazakhstan. We support calls for calm, for protesters to express themselves peacefully. This is a gigantic space. And I'm a smart, West Point educated, Ivy League intellectual with my PhD from Harvard. I come here and I'm saying, oh, I see. Here's the secret. If we can unhinge this country and we can bring disturbance and get it closer to our sphere, we have gone a long way to hurting and destabilizing the alliance between Russia and China. There are some crazy Russian claims about the U.S. being behind this, so let me just use this opportunity to convey that as absolutely false. I am sure America spent quite a bit of money in Kazakhstan to destabilize. Конечно, есть всякие тут неправительственные организации, фонд Сороса, Сорос Фондейшн. All I can do is help the people there to help themselves. Начали давать деньги, я говорю, для чего вы, что вы будете делать в Казахстане? Я говорю, школу будете строить? Не, мы будем учить людей, учить, чтобы работали против власти. Soros-funded programs aimed at changing government policy don't make him universally popular with Central Asian governments. Some say his foundations are secretly planning revolutions. Great story, the story of Mr. Ablazov. Я последние больше 4 лет работал над тем, чтобы действительно добиться смены режима. Мухтар Аблязов, а будучи студентами в Москве, мы дружили. Мы будем добиваться, чтобы все его ближайшее окружение, которое вместе с Назарбаевым грабило страну, тоже село в тюрьму, включая Токаева, и поэтому с ними никаких переговоров быть не может. Который был членом правительства, был министром. Вот. И проблемы его начались коррупции. Штаб находится в Киеве. Он вне досягаемости режима Нурсултана Назарбаева. Он признан международным мошенником, лондонским судом, осужден. But at first he was sentenced here in 2001. Это я его помиловал. Мне очень стыдно за все это, за все то, что я натворил. Самая большая ошибка была, что он снова вернулся в банк и разворовал этот банк. Вывел деньги на несколько миллиардов долларов. Он никуда не ушел, и памятник – это просто символ. Это первый шаг, чтобы действительно пал режим, а не просто упал памятник. Я не хочу даже говорить. У нас у народа есть такое присказка. Не отвечая критикой на критику, ты возвышаешься над поносителем. Данные террористические банды являются, по сути дела, международными. Они прошли серьезную подготовку за рубежом. И их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. Если у нас в Казахстане оказалось, что не хватает наших сил самим подавить, когда мы жалеем, конечно, это правильно. Как это так? Я своего брата должен убивать. Я не могу. Давайте тогда прибегнем к помощи тех, кто, с кем мы заключили договор. И этот договор есть ОДКБ. Я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. Мое поколение объявило независимость Казахстана. Построило страну, которой на карте мира не было. Сделал эту страну известным всему миру.
Наша страна миролюбивая. У нас нет ни с кем споров. Наши границы описаны и подписаны. Я вот такой Казахстан передаю следующему поколению. Чтобы они защищали его до последней капли крови.